Алис. Что? Успокойся, пожалуйста. Как успокоиться? Я думала, что мы встречаемся. Я тебя понимаю, Алиса. Это твой первый парень, да? Да, он мне сердечки присылал. Ну, слушай, не всегда кто присылает сердечки, оказывается хорошим парнем. Не переживай, Алиса, если это твоя первая любовь, то ты можешь просто... Ну, это даже не любовь, это нельзя назвать любовью. Это так чисто, ну, то есть игрушки. Это, ну, это тебе разбивает сердце, да, я понимаю. У тебя какая была первая любовь, расскажи. Мы с девочкой встречались 5 дней, и потом она меня бросила, потому что нашла парня, который круче меня был тогда. Вот, видишь, ну, так все делают. Да, у всех была такая первая любовь, и она... И все грустили во время, после первой любви. И у меня тоже была. Ну, и видишь, то есть он же гопник, он не особо адекватный, в принципе. Ну, то есть он не стесняется даже сказать при всех, что, ну, что он любит и тебя, и ее. Она вообще с ума сошла там. Ты видела, как она... Ты-то еще, ну, да, ты-то еще себя хорошо вела. Она смеялась, мне даже страшно стало, когда она так делала. Я тоже испугался. Я типа думал, у нее что-то случилось, что ли? Ну, какая-то истерика была. Да, мы уже заказали ей такси, потому что, ну, то есть страшно реально. Поэтому, Алис, не грусти. Если ты хочешь парня, он тебя, ну, появится рано или поздно когда-то. Вот, но не сейчас. Не нужно общаться с этими гопниками, которые у меня в роликах снимаются, потому что они все неадекватные. Запомни, они, вот каждый гопник из моего ролика, он тебя недостоин, понимаешь? Ладно, Алис, все, успокаивайся. Хорошо, иди умойся, пожалуйста. Пойдем, с нами умоешься, ладно? Давай.